здравствуйте, меня зовут Женя. Я учился в театральном институте. Однажды у меня был мастер-класс по ходьбе. Валера и Витя. Я хочу рассказать тоже о своей первой любви. Это было однажды в 90-х. Тогда... Что, Валера, ты знаешь их? Тогда я лег в больницу, короче, с аппендицитом, и влюбился. Мне было 8, ей было 32, ее звали Лена Макарова, у нее были, ой, я сдал ее, она была на концерте, на маме на Востоке у нас в Чайковском, представляете? Да, кстати. У нее были вот такие вот икры большие, как сейчас помню. А почему я влюбился? Я, короче, был такой смешливый парнишка и все время шутил тупые какие-то идиотские шутки, анекдоты рассказывал. Она все время хохотала, как бы снисходительно. И однажды она зашла, и все какая-то романтическая атмосфера. И тогда звучала из всех утюгов группа Иванушки Интернешнл. И она зашла и что-то разговорилась с другим моим однополчанином. И начала смеяться над его шутками. Я подумал, в смысле, что за дела? Женя, Жень. Поддержите, пацаны. И я пришел к ней и сказал вот так вот, в сестринскую, пришел и сказал. Короче, тетя Лена, я это, люблю тебя. Так что он повелел. Сказал: Лена, теперь ты моя. Дождя, по моим щекам стекали слезы.
Я ехал и думал, мы встретимся где-то. Обязательно встретимся.